Ребят, всем доброго утра. Сегодня у нас 13 марта. Я вот организовываю на своем балконе вот такой вот уют. По крайней мере, очень-очень хочется создавать такой классный уют, завтракать на балконе, наслаждаться, получать витамин D. Вот, смотрите, как у меня, насколько это получается, да? Сейчас приглашу Валерку, будем завтракать. Вам, собственно, хорошего денечка. Хорошего летнего настроения. Создавайте настроение все сами. Живите на полную. Приятного аппетита. Я кашка самый полезный завтрак. Вот у меня тут такая кашка. Какая? Пшеничная. Цайка. Приятного аппетита. Приятного.